В октябре учителя отмечают профессиональный праздник. И, конечно, он не укладывается ни в один день, ни в единый формат. Лицеисты педагогического университета, например, поздравили своих учителей с юмором. Заставили их смеяться в голос и аплодировать стоя. Мы с выпускниками, а также с учащимися лицея решили провести самый теплый концерт в жизни педагогов, который им запомнится на долгие годы. И чтобы сделать его эффектным, мы выбрали немножечко нестандартные темы наших выступлений. Например, разные сценки о том, как проходит день учителя. Учителям очень понравилось, ведь стоя со сцены мы видели их теплый взгляд, их улыбки, а это значит, что концерт удался. Шагать в ногу со временем, следовать трендам в педагогике, не отставать от молодежи. Вот что еще необходимо педагогу в наше быстро меняющееся время, говорит преподаватель английского Анастасия Сускова. Еще девочка мечтала стать учителем и пока ни дня не жалела о своем выборе. Того же желает и всем коллегам. Сил, вдохновения, внутренней гармонии, творческого и карьерного развития. Главное, чтобы та искра, которая привела нас к учительству, никогда не гасла, и чтобы всегда в нас находились силы прийти в класс и помочь им двигаться вперед.